Hey there, friends! Footages for this video were provided to us by our friends from the War in the Swamps channel. These guys are engaged in excavations at the World War II battlefields. They are searching for dead soldiers, aircraft, and other equipment in forest and swampy area where no one has gone after the war ended. Find the link to their channel in the description below. Целёхоньки. Охране. Юрка у нас поднял тут такой вот СВТ-шный штык. Ручка бодренькая, самодельный подвес из цветнинки сделан на ремень. Но печалька, несчастье. Так, что тут у нас? Несколько штук кассетных авиабомб немецких попалось, уже использованные. Краска просматривается, надписи. Это не камильфо. Что у нас тут? Фляжка выскочила. Стеклянная, целая. Повезло. От противотанковой гранаты. Так, каски с черепом. А вот тут нету дальше? Ноги. Рука. А, да. Пакет. ИПП. Сложно. Скрытый. Скрытый. Этот пакет. А, это что? Перевязывали. Ну, бинтик. Ну, я их подкрошила. Отдельно бинтик валялся, нашли. Давай, беру мусор, давай. Нож разведчика, да? Нож маленький, наверное, был. Кожаный чехольчик. Самопальщина. Так у них был кожаный. Нет, ну деревянный вообще этот, обтянутый кожей. А тут нет, чисто. Нет, кожаный. Был. Кожаный, наконечник у них мог. Там вставка деревянная. Тревожили. Сколько лет, да, отлежал. Еще коробка. Гранаты, что ли, еще? Да. Да. Ну, так вот. Такой интересный. Очень прикольно. Ружье. 16-го года. Расческа тоже подписная, но плохо видно гвардейцев. Вот на компасе. На компасе, да, у тебя давай такой. Намочу немного, оно будет лучше видно, я думаю. Лови ракурс, как он там, видишь, 1942 и буквы. На компасе, на обратной стороне. 1942 год, КВ. По-моему, В, да. Да, не знаю. Было 15, там СССР. Еще потом, я не знаю. Написалось? Ну вот, написано. Около 20 человек, да? We'll be right back.
котелок все-таки. Не трофейный. Инициалы. Да, и год 1915. Да, тут какие-то царапульки. Нам повезло. Медальон открытый в подпизде. Да вот, вот она прямо здесь, вон видно, это набито кончиком ножа по центру. С кружкой. Серп, молот, кружка небольшая. Звезда. И звезда у него, смотрите, в котелке даже. Эх, жаль. Жаль, ушла. Там тоже у парней пошло, да. Идет надпись какая-то уже. Даже фамилия, возможно. Посмотрим. Что там, ребята? Мальчик. Кружка. Со звездой, да. Это идет у нас набор, да, штатный. Как зубные щетки, так это, наверное, то ли мыльница, да, то ли что. Кто знает, ребят. Подлезвие. Угу. Выборг, улица, да, 34-й год сейчас. На подписном алюминиевом котелке у нашего бойца. С кружкой, со звездой. Жалко, что не дольем. Ну? Ну. Плотненько это будет. Опа. Так, на этом пятачке закончили. Три бойца у нас. Один с медальоном. Второй вроде как Умнев с котелком, с открытым пустым медальоном. Посмотрим, заполнен или нет. Бумага лежит. Может полить водичкой. Монетка. Сохранилась отлично. Есть записи или пустой? Пустой, сука. Чё ж ты так? Кушнер Иван Алексеевич, солдат, беспартийный, 1904 года рождения, 557-й пехотный полк.
Пропал без вести. Еще не доставал. Вот кусок вывалился, а все остальное там. Хе-хе-хе. Пока не буду доставать, пусть. Вытащил ленту из ящика. Две штуки их тут было в нем. Второй вытащил, пустой, рядом. Там еще было пару, но тухлые. Лента такая бодряковская. 100 лет прошло.